22:12 по Киеву, 27 июля 2018 год, Харьков. До полного затмения остается час. Растревожили всю орнитологию тут. Так, это у нас Марс. Который находится на ближайшем к Земле расстоянии за последние 15 лет. Пятьдесят 7 миллионов километров. Рукой подать. Так, как бы нас тут сейчас за гнездо не унесли. Ладно, подождем, пока сам спутник в объектив залезет, дабы камеру не тревожить. Алло. Ну да, в общем-то большей части ушла. Дымка еще осталась, но я сейчас снимаю. Так, а самого затмения не дождешься, что ли? Ну, затмение наступит только через час полное. В 20:20 по Universal Time я по NASA смотрел сайта. То есть это через час 10. Ну, конечно, я вижу. Но сейчас как раз через центр Земли будет проходить Луна. Извини меня, Земля-то поболее, чем Луна. И Луна сейчас в апогее, она на наиболее удаленном расстоянии от Земли. Ты знаешь, слышишь, Папуль, сейчас совпадает. Ты Марс видишь ниже Луны? Алло. Марс видишь ниже Луны, Марс? Вот сейчас Марс находится в противостоянии к Земле. Один из 17 лет, то есть раз в 17 лет так близко он приближается к Земле. И сейчас самое продолжительное, что теоретически возможно 108 минут может длиться полное лунное затмение от тени Земли. Понимаешь?
А сейчас оно будет 103 минуты, потому что Луна в апогее, на самом удаленном участке своей орбиты от Земли, и дольше всего будет находиться в тени Земли. И вот такое совпадение, что великое противостояние так называемое Марса и такое длительное затмение лунное, оно следующее будет через 25 тысяч лет, и ты вряд ли дождешься, отец. Посмотри сейчас. Давай. Неубедим. Где наша луна? Уже ушла. Да, тут просто не хватает уже даже светочувствительности. Это все-таки, ребятки, мыльница. А, блин, красотища. Если бы еще не гребаные облака, было бы вообще замечательно. Вот он Марс, вот она Луна. Ну вот уже видно красноватый этот оттенок. Ой, ну что ж ты там? Ковчишь-то, иди спать уже, честное слово, не трону я тебя. Да, нечистый эксперимент, пошли облака. Ну ладно, подождем, может как-то распогодится. Так, это у нас Харьков, 27 июля, 22:20 по Киеву.